Добрый вечер, Грейм Филлипс. У меня вопрос по поводу мы прочитаем много в новости СМИ по поводу Новой России, ну, те, которые находятся в Москве, премьер Царев, Бородай, Стрелков, который раньше был здесь, очень много говорит про чем Новой России. Мне сам заинтересован, как вы сам относитесь к Новой России по поводу концепт, территории, как отношения между ДНР и Новой России. Ну, всего вопрос Новой России, ну, было бы интересно. Я думаю, спасибо за вопрос. Что-то не только, наверное, интересно вам, это интересно, наверное, другим, многим сотням жителей нашей республики. Мое мнение. Смотрите, какое мнение, лично мое мнение. Что такое Новороссия? Новороссия – это объединение республик. Донецкой, Луганской, может быть, ряда других республик. Понимаете? Это мое мнение. Создавать Новороссию на территории двух республик можно, нужно. Обязательно так и произойдет. Но со слова Новороссия – это Новая Россия. Это целый пласт. Это большая территория. И на сегодняшний момент, к сожалению, вот именно создание, о существовании Новороссии, ее нет. Есть Донецкая Народная Республика и Луганская. Но, мое мнение, это два кирпича, фундамент той Новороссии, которая обязательно будет создана. И все, что мы будем первопроходцами и теми первыми жителями той большой Новороссии, в которую мы все, конечно, верим. Это мое личное отношение. Все, что говорят наши друзья, которые находятся сейчас в Москве, Борода и Стрелков – это лично их мнение. Я уверен, что, допустим, с Бородаем мы по поводу создания Новороссии обсуждали еще тогда, когда он тут находился. И его видение я прекрасно знаю, даже его некоторые взгляды разделяю. Взгляды остальных, ну, это, повторю еще, это личное каждого мнение. Я верю в Новороссию, я верю, что она будет. Я даже знаю, что она будет, скорее всего, даже очень быстро создана. Даже, ну, некоторые противники и враги не ожидают, как это быстро произойдет. Но это произойдет в любом случае, и это очень скоро мы все это увидим.